период проведения майских праздников должны быть приняты все меры к обеспечению общественного порядка и безопасности жителей и гостей курорта. Вопросы межведомственного взаимодействия обсудили на Совете безопасности. Глава Анапы подчеркнул важность бесперебойной работы систем жизнеобеспечения города-курорта. Мы должны все понимать не только физическую безопасность граждан, но и безопасность в системе обеспечения коммунальной инфраструктуры. У нас бесперебойно будет подаваться электричество, вода, газ. У нас будут работать дорожные службы. 1 мая в шествии по центральным улицам города примут участие более 6 тысяч человек. Для жителей и гостей курорта обеспечат безопасный отдых на всех площадках, где будут проходить торжественные мероприятия. На всех предприятиях ЖКХ назначены ответственные дежурные в праздничные дни. Сформированы аварийно-восстановительные бригады, укомплектованы необходимым оборудованием. Сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме, особенно в местах массового пребывания людей. На совещании Сергей Сергеев поставил задачу перед всеми городскими службами обеспечить безопасность во время майских праздников и создать анапчанам и нашим гостям комфортные условия для отдыха.